Мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. А еще полуфабрикаты, напитки и многое другое. Ставрополью есть чем накормить своего покупателя. И если на рынках и ярмарках края наши производители уже укрепились, то теперь пришло время активнее покорять крупные супермаркеты. Этот вопрос и обсудили на торгово-закупочной сессии в столице региона. Местные производители пообщались с представителями федеральной торговой сети. На встрече обсуждали вопросы, волнующие регион в части продвижения ставропольской продукции, в части увеличения доли ставропольской продукции на полках сетевого ритейла. Руководство компании заинтересовано сегодня в сотрудничестве с местными локальными производителями, чему мы очень рады. Сегодня в эту компанию у нас 19 поставщиков. Уверен и убежден в этом, что у нас есть большой потенциал кратно нарастить количество поставщиков. Сегодня в крае работают более 800 федеральных торговых точек. Доля ставропольской продукции в них составляет порядка 40%. И это число продолжает расти, в частности, благодаря прямому диалогу заказчика и поставщика. Это помогает не только заполнять полки магазинов востребованными и качественными продуктами, но и развивать местное производство. На данный момент сети имеются большую долю рынка, и не выходя в них, мы не обеспечим себе рынок сбыта. Удобно в том плане, что поставки будут более ритмичны, и имея гораздо большее количество магазинов, это, конечно же, рынок сбыта, который, чем больше магазинов, тем более он стабилен. По итогам таких встреч в этом году уже заключили более 30 новых договоров о сотрудничестве. Конечно, впечатление сильное, потому что явно, что пищевая промышленность в Ставрополе развита хорошо и достойно, и на достойном уровне. Есть конкурентоспособные продукты, есть желание работать и расширять свой ассортимент, и адаптировать его, и подстраиваться под потребности торговых сетей. Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию контролирует все этапы работы заказчика и поставщика, а предпочитают покупать местные продукты. Виктория Шкальная, Владимир Жвакин, Ставропольское телевидение.